Всем привет. Тем, кто меня знает, тем, кто меня не знает, меня зовут Алексей. Ввиду сложившихся обстоятельств и событий, которые у нас разворачиваются сейчас и будут разворачиваться в последующем, я занимаюсь гаданиями, это мой творческий канал, поэтому предлагаю вам посмотреть, чего у нас там сейчас будет. Ну, ускоряются события или не ускоряются? Ну, возможно, да, ускоряются. Потому что вот то, что сейчас происходит, мятеж это или не мятеж, что мы еще даже самого мятежа-то толком не видели, пока нету ничего. Но карты показывали, что где-то драки должны быть. Как минимум, какие-то две крупные стычки должны быть. Сейчас посмотрим оценку ситуации на данный момент, чего там будет. Но я вангую, я основываясь на картах, я еще раз говорю, я вангую, что основные события будут происходить осенью. Это по большому счету связано, как я опять же понимаю, связано с СВО, с тем, что будут люди возвращаться с СВО. Ну, я еще раз говорю, это я так понимаю. Это первое. Второе. Понимаете, когда достают краеугольный камень, то рушится вся стена. И очень сложно восстановить, потом дом становится. Вот, собственно говоря, как-то так. Оценка ситуации на данный момент. Сейчас я буду заниматься по картам. Конечно же. Это было небольшое лирическое отступление. Почему события ускоряются? Ну, значит, есть какие-то у людей инсайды. Больше я ничего не могу сказать. Но я еще раз говорю, без сопротивления такого быть не может, чтобы все так прошло гладко. Такого быть не может. И вы сами понимаете, что если сейчас Пригожин войдет во власть, если это он проигрывался королем пик, если это именно он проигрывался королем пик у меня, который постоянно выпадал, я не завидую вообще России. Вот по чесноку. Потому что здесь нет понятий как таковых. Я просмотрел короля пик, у него нет понятий экономики, сострадания, у него нет понятий сочувствия, у него нет вообще понятий... Как бы так сказать? Он как крокодил. Вот я даже не знаю, может, у крокодилы какие-то чувства испытывают, когда кого-нибудь там кушают, когда черепашки панцирь разгрызают. Но я еще раз говорю, здесь события разворачиваются по спирали. Ну, хочу вас утешить, что это продлится не так долго. У меня все равно больше события, такие основные ключевые выпадают на осень. Я не могу здесь сказать, что это вот прямо вот сейчас история решается. Пока ничего не понятно абсолютно. Я хочу кое-что наперед сказать. Вот да, допустим, я еще не гадаю, я просто говорю. Если Пригожин приходит к власти, я просто вангую. Может, 2-3 месяца будет какое-то довольство. Но потом это довольство сменится, вот поверьте мне, на такое негодование. На такое негодование, что вы просто... Ну, посмотрите, если Пригожин придет к власти. Сейчас я по картам погляжу, чего да как. Что за игра ведется. Потому что здесь, я так понимаю, с Пригожиным кто-то в спайке есть. Это просто он один не смог бы ничего сделать. Это один он бы ничего не смог сделать. Откровенно. Давайте посмотрим. Карты, скажите, пожалуйста, как будет развиваться
судьба России в ближайшие 2-3 недели с этого момента. Порядок я все равно считаю, что должен быть восстановлен. Сейчас я посмотрю еще раз. Может, дама выпадает, потому что это дама какая-то. Так, что у нас будет в ближайшие 2-3 недели? Бояться не стоит, я думаю. Удар как таковой проходящий. Нужно просто потерпеть немножко. Ну да, конечно, куда тут без тебя? Да. Потерпеть. Да, курс там доллара обновился, там что-то 90-100, где-то так вот он. Ну, у меня он выпадал 90-100 в конце лета. Но если события ускоряются, то если события действительно ускоряются, то есть период июля-августа, если я еще раз говорю, события ускоряются, период июля-августа, они просто этот период вычеркивается. Ну, сейчас я посмотрю, этот период вычеркивается. И получается потом... что у нас? Тогда получается, основные события придутся на август-сентябрь. Посмотрим, погадаем, увидим. Судьба России в ближайшие 2 недели. 2-3 недели. Что самое интересное, ни интернет, ничего не отрублено. Вообще ничего не отрублено. Я еще раз хочу сказать, сейчас как вы радуетесь, если кто-то радуется, а потом также вы плакать будете. Поверьте мне. Потом вы будете плакать горькими слезами. Это карты говорят. Так. Ну, конечно, пик повыпадало. Все высшие пики упали. Так, что они у нас в сочетании? Успех в делах, целях. Но у кого? Так. Успех в делах, целях пока непонятно у кого. Дальше. Новости. Провокации. Пустые хлопоты о маленьких деньгах. Ухудшение здоровья, болезни. Пока карты ничего не показывают. Почему карты скрывают, я, честно признаться, не понимаю. Так, что еще? Разрыв отношений. Далее идет. Отмена поездки.
То, что сейчас закладывается, это закладывается на будущее, такое ощущение, что события, которые будут происходить дальше, вообще в стране дальше, это в течение 3-4 месяцев, они намного важнее, чем то, что происходит сейчас. С чем связано? Сейчас посмотрим. Неприятный, напряженный разговор ожидает. Свидание. Свидание почему-то выпадает с блондинкой, либо с каким-то недалеким человеком. У меня все-таки так проигрывается, что возможно... Я еще раз говорю, возможно, будут столкновения, но будет договоренность. Но основные события ожидают потом. Посмотрим, что у нас там. Но я еще раз говорю, карты не показывают. Если карты не показывают, значит, события сейчас, по крайней мере, они, возможно, развиваются... в настоящем времени. У меня все равно выпадает везение. Почему я не понимаю везение? Я не понимаю, почему на страну выпадает везение. Это уже второй раз выпадает везение. Какая-то фортуна, везение, фартовость. Ситуация, которая... уже назрела, как роды, она выплеснется. Она сейчас выплескивается. Вот, собственно говоря, вот так. Почему карты показывают этот период как везение, я не знаю. Может, везение это как отыграться. Здесь кто-то отыгрывается. Но основные события, я еще раз говорю, они выпадают на более дальний период. Это не сейчас. Собственно говоря, вот так. Чего еще? Дети, общение с детьми, общение с младшими, общение с нижестоящими. Важное известие человека издалека. Кто-то издалека что-то будет говорить. Такое ощущение, что здесь период вот такого всплеска. Затишье. Тут затишье будет. Не вижу я, чтобы здесь прямо там что-то было. Такое. Ну, события ускоряются. Знаете, я тоже не могу всего знать. Как карты мне сообщают, так я и передаю. Более здесь ничего сказать невозможно. Триплетики. Печаль. Печаль либо разочарование. Новости. Новости от кого-то. Честно. Признаюсь, события крайне шаткие, но почему-то показывают, что ситуация, она выправится. Она выправится и исправится. Основные события ожидают потом. События основные придут с разочарованием каким-то. С очень большим разочарованием. Не могу знать. Что это за разочарование? Ну, какой-то удар будет. Тут 9-10 месяц, возможно. Но месяц ожидал быть спокойным. То есть я не видел здесь, я честно признаюсь, я не видел ничего такого, что прямо из ряда вон выходящее. Я видел, что человек будет вести свою какую-то игру на Пригожина, я гадал. Но чтобы такую игру, ну вот,
такая игра у него, но это относительно спокойно. Я еще раз говорю, это относительно спокойно. То, что сейчас происходит, поэтому волноваться пока, по крайней мере, не надо. Пойдет ли Пригожин дальше? Что у нас там с Пригожиным? Плохие новости из казенного дома для него. Идет ссора. Так, еще раз, разговоры ни о чем и непонимание, ссора с другом. Они договорятся, но сейчас договоренностей никаких не будет. Договоренностей нет, первое. Второе, неверность, ссора. Измена, возможно, что-то в этом роде. Непонимание, ссора. Ссора с тем человеком, который тебя кормил, можно так сказать. Пока события, карты не показывают. Может, они специально не показывают. А я еще раз говорю, я просто считаю, что будет договоренность. В течение какого времени? Столкновения, да, будут. Они неизбежны. Столкновения, как таковые, они будут. Что потом будет? Я считаю, будет период затишья. Чего куда денется, я не знаю. Думаю, будет договоренность, период затишья. Самые основные события будут позже. Если события ускоряются, нам надо будет просматривать. Если события ускоряются, значит, будут основные события август-сентябрь. Если так, как проигрывали карты до этого, то октябрь-ноябрь, основные события. Там уже определится уже и сама судьба страны и дальнейшего развития ситуации. Но я еще раз говорю, я просматривал ситуацию, у меня настойчиво выпадает король пик, через которого надо пройти. Этот человек, который несет одновременно и очищение, и разрушение. То есть потом от короля пик нужно будет освобождаться. Я считаю все-таки, что это не Пригожин, это Патрушев. Если это Пригожин... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, если это Пригожин. В нем разочарование наступит через 2-3 месяца. Все, больше сказать мне нечего. Карты, если честно, мало что показали. Конфликты будут, будут стычки. Я не могу сказать, что прямо будут военные действия, будут стычки, но я считаю, что вопрос урегулируется. Основные события будут потом. Я не считаю это основными событиями, я еще раз говорю. Потому что, да, судьба страны решается, но не в таком прямо масштабе, чтобы это можно было назвать судьбой страны. Сейчас у нас более-менее институты работают, телевизор пашет, еду можно купить, все можно купить. А то, что будет потом, если карты это действительно проигрывают, так вот, как это будет, ну... Знаете, потом скажу. Если что, потом скажу. Если будут элементы анархии и гражданской войны, и гражданского неповиновения, ну, это будет, конечно, жестко. Это будет жестко. Просто жестко. Нет, пока все нормально. Пока еще нормально. Собственно говоря, вот так... Пока карты так проигрывают, я ссылаюсь на карты, чуть-чуть пованговал. Следим за событиями, верим, надеемся и любим, конечно же, всем удачи. Удачи, терпения и
Что еще могу сказать? Денег. Вы знаете, сейчас не до денег будет уже скоро. Я откровенно говорю, сейчас не до денег будет. Скоро сейчас мы увидим крушение колосса. Колосса, даже не колосса, а такого, знаете, чана, который был на глиняных ногах. А в этом чане очень много золота. Такого, знаете, золота застоялого, такого вот золота. Вот его копили, копили. И сейчас настолько накопили, что ножки подкосились, все. И чан упадет, все. Бух, и золото просыпется. Кому это золото достанется? Ну, не знаю. Будет ли оно что-то стоить? Понятия не имею. Я думаю, что люди будут хвататься за другое. Но это событие будущего. Недалекого, но будущего. Пока наблюдаем за событиями, но я думаю, что страна будет двигаться по одному пути. Здесь иного нет пути. Все. Нечего мне больше сказать. Спасибо большое, что смотрели. И всем удачи и пока.